художник из Харькова, Илья Кудиненко, Армен Григоров. Да, мы больше представляем художественную спинку. Да, Ку-2. У нас организация в Харькове Ку-2, тоже занимаемся фасадами, там, всякими интерьерами. Приехали на фестиваль «Республика». Делаем работу, посвященную городу. Есть легенда одна, мол, олень вывел на этот город. И тут его основали. Решили воспользоваться исторической подосновой и произвести такую картинку, как бы, на городском фасаде. Город еще так особо не успели посмотреть, но первое впечатление вообще очень, очень душевно и вообще не так, как в Харькове. Люди вообще другие, все другое. Собаки прикольные. Даже собаки прикольные.